Кинокомпания Сиппи Филмс представляет. В ролях Риши Капур, Камал Хасан, Димпл Кападия и другие. В фильме «Море любви». Композитор Барман, сценарист Джавед Ахтар, продюсер Джи Сиппи, режиссер Рамеш Сиппи. Эй, что привез? Улов хороший? Хороший, есть кое-что. Сегодня рыба хорошо шла. Эй, Раджа, давно я тебя не видел. Где задержался? Где тебя носило? Расскажи. Гляди, сколько я рыбы привез, господин. Да знаю, что ни один рыбак с тобой не сравнится. Эй, вели всем рыбу на берег вываливать. Ты куда? Давай рассчитаемся, Раджа. Вы с ним рассчитайтесь, господин, а со мной потом. Ты хоть что-нибудь ел? На вот, возьми, поешь. Эй, Раджа! Наконец-то заждались мы тебя. Ну вот я и вернулся. Кое-кто еще тоже ждет тебя. Ну я пошел. Хорошо выглядишь. Ну-ка, иди сюда. Иди. Я пришел. Чтоб тебя! Ты еще когда должен был вернуться? Сама сказала, иди сюда, я и зашел, а ты со мной так разговариваешь? Да это я не на тебя, а на крысу ругаюсь, а ты что хотел? Ничего особенного, чаю, если можно. Не будет тебе никакого чая. Почему? Я на свадьбу иду к Марии, мне надо собираться. Я тоже пойду. Что такое? Я тут только что убралась, порядок навела. А ты что натворил? Извини. Меня так давно не было. А тебе? Трудно меня чаем напоить. Я пошел. Ну ладно. Сейчас принесу. А ты хоть сядь нормально. Ну, берегись. Сегодня я с тобой расправлюсь. Слезай сейчас же. Сядь внизу, с той стороны. Опять мне убираться придется. На тебе чай. Хватит, довольно. Мона? Довольно. Ничего не говори больше. О, папа!
Раджа, что ты тут делаешь? Мисс Джозеф тебя ищет. Да вот на свадьбу собрался. А ты идешь? Конечно, ведь в нашей деревне такой праздник не часто случается. Давненько свадеб не бывало, такое событие. Я уже лучше одежды приготовил. А это у тебя что? Яд. Яд? Для крыс. Мона, что тебе еще? Чай очень хороший, Мона, но без сахара. Правда? Без сахара. И что это со мной сегодня творится? Голова кругом идет. Там свадьба, здесь чай, да еще сахар надо положить. Я с ума сойду. Да свадьба твоя? Или моя, что ли? И крысам сахар зачем? Они же чай не пьют. Правда, все перепуталось. Ничего не пойму. Сахар я уже взял. Откуда это у тебя? Здесь же сахар. Я и положил себе в чай. Ты чего так волнуешься? Я и взял совсем немного. Тут всего-то ничего не было. И ты выпил этот чай? Ну, а что еще делать с ним? Чай вещь хорошая. Ты тоже выпей. Только вкус у сахара сегодня какой-то странный. Раджа. Что ты заладила, Раджа? Тебе на свадьбу пора собираться. Давай поскорее, я тоже пойду переоденусь. Раджа, это же яд был, а не сахар. Мона. Мона, ты шутишь, Мона? Раджа, я не нарочно. Ты по ошибке положил в чай крысиный яд. Отец! Мона! Мона, я что-то плохо вижу. Но со мной все в порядке. Ты только не волнуйся. Не волнуйся. Мона! Сиди. Нет. Нет. Я сидеть не буду, я лучше пойду. Ты куда? Мона. Прощай, Мона. Прощай. Раджа. Отец. Что с тобой, Раджа? Скажи, что ты чувствуешь. Хоть что-нибудь скажи. Папа. В чай был крысиный яд. Зачем же класть яд в чай? Ведь крысы его не пьют. Да ты не понял, папа. Я очень спешила, он попросил чаю, и я... О, боже, я все понял. Ты спешил, он попросил чаю, и ты в сердцах положила ему крысиный яд. Что ты наделала, Мона? Вовсе нет. Я не клала ему крысиный яд. Что теперь говорить? В суде понадобятся доказательства и свидетели. А где мы их возьмем? Здесь нет никого. Нет! Я буду свидетелем. Ты будешь? Раджа, ты жив? Жив? Ты в порядке? Да потому что яд я в чай не положил, а вот в платок завернул. Ну, я тебе покажу, как такие шутки шутить. बोला तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया,
Спасибо, дочка. Ну вот и Мария вышла замуж. Все твои подруги замужем. И тебе замуж пора. Пора, дочка. Вот завтра Раджа выйдет на рыбалку. Так я его попрошу, чтобы достал мне кого-нибудь со дна морского. А сам-то Раджа, чем тебе плох? Папа. Не приставай ко мне.
Ты же знаешь, мы с Раджой друзья с детства. И больше никаких чувств у нас друг к другу нет. Раджа, не знаешь, где мои очки? А это что такое? Да нет, вот это. Что? Это платок, платочек, которым пот оттирает. Но еще, если насморк, можно его тоже использовать. Я тебя с самого детства воспитываю. И все про тебя знаю, Раджа. Все знаете? Что это? Вы о чем? Почему ты до сих пор не женился? На ком? Да мало ли девушек, на Моне хотя бы. Вот еще. Мона. Да ведь мы же просто друзья детства. Вы же знаете. Ну ладно, я думала, ты ее любишь и захочешь со мной поделиться своими чувствами. Но коль ты хочешь скрывать, я вмешиваться не буду. Пожалуйста. Не говорите так. Ведь если не с вами, с кем еще я могу поделиться? С кем? Ведь у меня же нет никого. Только вы. Ну тогда скажи, ты с ней столько времени проводишь, шутишь, смеешься, а о свадьбе никогда не заговаривал? Да потому и не заговаривал, что это не шутка. Я знаю, она мне не откажет, если я попрошу ее руки. Но раньше я должен стать достойным ее. Да и потом, что у меня есть? Снасти, лодка. Все это принадлежит хозяину. И даже рыба, которую я поймал, тоже его. Конечно, кое-что я зарабатываю, но разве на эти деньги можно обеспечить ей хорошую жизнь? Так что ж ты так никогда и не решишь? Ну что вы, мисс Джозеф? Придут и хорошие денечки. Вот тогда я и поговорю с Моной. Будет у меня своя лодка, снасти. Я смогу работать на себя, на Мону, на вас, мисс Джозеф, на всех нас. Знаете, мисс Джозеф, в один прекрасный день ваш Раджа обязательно выйдет в море на собственной лодке. Господин, вот эти маленькие лодки. И выглядят странновато, но очень-очень юркие и подвижные. Недаром и улов у них, что надо. Да, неплохие лодки, Мадулал. Но посмотри на них повнимательнее. Скоро ты их уже не увидишь. Это вы правильно заметили, мой господин. У меня зрение катастрофически падает. Я и сейчас их вижу только в сильные очки. А так не очень вижу. Падает зрение. Так ты и не помнил, Мадулал. Я вовсе не о твоем зрении говорю. Все дело в политике компании Камлы Деви. Она не хочет, чтобы эти рыбаки выходили в море на своих жалких суденышках, а потом продавали свой улов на тех же рынках, что и мы. Ведь это сильно влияет на цены. Но, господин, даже если мы им запретим выходить в море, они нас не послушают. А мы им так запретим, что им придется послушаться. Понял? Понял, господин. Большая рыба съедает маленькую. Так? Я правильно понял? Наконец-то ты сказал что-то путное. Спасибо, сэр.
Капитан Шарма? Да, хозяин. Мы возвращаемся. Мадам ждет меня в 10 часов. Мадам вас пригласила? Тогда, конечно, надо скорее возвращаться. К мадам нельзя опаздывать ни в коем случае. Но я еще вот что хотел спросить у вас, господин. Мы слуги, и поэтому называем госпожу мадам. Но почему вы не называете ее хотя бы тетушка, ведь она ваша родственница? Не так ли? Я хоть и собираюсь скоро стать главным управляющим, тем не менее, для меня хозяйка всегда только мадам. Мехта, почему мое задание до сих пор не выполнено? Мадам, дело в том, что эта земля в низине, и после дождя ее затопило. Пришлось приостановить работы. Но вы не беспокойтесь, я приложу все усилия, чтобы работа к 24-му была полностью завершена. Господин Мехта, вам платят не только за усилия. Если к 24-му работа не будет закончена, подавайте в отставку. Ясно? В отставку? Доброе утро, мадам. Японская компания, которой мы перевели 30 миллионов долларов, выполнила наш заказ на постройку парохода. Викрам, сегодня я позвала тебя не для того, чтобы говорить о пароходе. Приезжает Рави. И, как ты отлично понимаешь, в один прекрасный день весь этот бизнес, компания, все имущество перейдут к нему. Да, конечно. Если он останется здесь с вами, то постепенно войдет в курс дела и всему научится. Он ведь ваш внук. В его жилах течет ваша кровь. Да, но и кровь простой женщины, очень низкого происхождения, тоже течет в его жилах. Женщины, которая... Ну ладно. Что толку вспоминать после стольких лет? Не имеет смысла. Викрам? Да. Я хочу, чтобы когда Рави приедет, ты постепенно передал ему все дела. Разумеется. Здравствуйте, здравствуйте. Пойдем, Рави. Бабушка дома? Нет, в это время она обычно в офисе. Мы встретимся с ней вечером, за обедом. Спасибо. Как тебе понравился дом? Дом? Очень красивый. А твоя комната? Хорошая? У нас в компании очень много работы. И я хочу, чтобы ты как можно скорее вошел в курс дела. Так что готовься. Чем ты занимался после колледжа и до сих пор? Гулял, развлекался, наверное. Теперь ты останешься здесь. Я уже сказала Викраму, чтобы он тебя постепенно всему научил. Согласен. И еще, нужно будет решить вопрос с твоей женитьбой. Твой отец разрушил твою жизнь, но тебе я такого не позволю. Но мой отец вовсе не разрушил свою жизнь. Он прожил ее так, как хотел. Так, как он хотел, или как хотела та женщина. Прежде чем вы еще что-нибудь скажете, учтите, что эта женщина — моя мать. Неужели? Но если так, прекратим наш разговор сейчас же. Потому что о ней я вообще говорить не желаю. Ты все еще суп не доел.
Извините. Вы здесь живете, господин? Да. А тебя я что-то прежде здесь не видел. Приехал издалека? Да. Что, погулять вышел? Да. Утром на рассвете океан такой красивый. Да разве только утром. Днем он тоже прекрасен, хотя выглядит совсем по-другому. Иногда он ярко-синий, а то черный, как сурьма. А то бывает, как зеркало блестит. Вечером красный, как рубин. Когда шторм случается, грозный. А случается такое тихое, будто близкий друг с тобой говорит и руку положил на плечо. Океан такой разный, если ты всмотришься в него, сынок. А как тебя зовут? Рави. А как вас зовут? Все называют меня отец. Отец. Ну ладно, я пошел, увидимся. Конечно, увидимся. Thank you.
что, сегодня не идешь на работу? Иду, иду. А до работы все не налюбуешься ее фотографиями. Почему бы тебе не пойти и не повидаться с ней? Да что это с тобой? Не знаю, но что-то и правда со мной происходит. Послушай. Я пошел. Мне пора. Эй, юнхи! Корабли Камлакомпани на горизонте! Корабли богачей! Это не просто компания, а очень большая компания. Когда-нибудь они нас уничтожат! Будем возвращаться, господин? Да, разворачиваемся. Господин Шарма? Да, сэр. Почему вы обычно делаете тут круг, а не разворачиваетесь прямо? Дело в том, мой господин, что у рыбаков там сети натянутые. Вот мы и крутимся, чтобы их не задеть. Значит, океан этих людей кормит и поет. Так, капитан Шарма? Да, господин. Так вот, сегодня мы пойдем прямо. А как же сети? Делайте то, что я приказываю. Да, сэр. Что они делают? Поверните! У нас же здесь сети раскинуты! Вы что? Вы что, не слышите? Обойдите стороной! Стороной, стороной! Вы же порвете наши сети! Слушайте! Поверните в сторону! Сети, сети вам говорят! Поверните! Мы и так-то люди бедные и понесли большие убытки. Разрешите нам зайти, убирайтесь. Если нам нельзя зайти, пусть этот негодяй выйдет. Что здесь происходит? Почему такой шум? Пусть мы шумим, дайте нам сказать. Чего вы хотите? Ты иди, говори. Иди сюда. Ваши корабли порвали сеть нашего товарища, и вы должны возместить ему ущерб. Должен возместить? А кто вам разрешил раскидывать там сети? Запомните, мы будем плавать где захотим. Океан ведь не ваша собственность, но и не ваша. Вы что, думаете захватить весь океан? Придется вам все-таки возместить убытки этому несчастному. Я вижу, ты очень хочешь скандала. Что тут происходит? Чего ему надо? Да ничего, это местный рыбак. Нашему кораблю его сеть пригодила путь. Его теперь они хотят заставить нас платить. Но вы специально направили корабль на нашу сеть. Что, боишься признаться? Говори! Ну, говори правду! Так что, твоя сеть совсем испорчена? Не моя вот этого несчастного. Он с таким трудом ее приобрел, так долго собирал деньги. Как он теперь будет кормить семью? Кого ты слушаешь, Рави? Эти люди, они... Эти люди такие, какие они есть. Но то, что произошло, это очень плохо. Пострадавшему надо сегодня же возместить ущерб. Равину, если мадам узнает... Об этом не беспокойся, я сам с ней поговорю. Идите спокойно. Хорошо. Отведите этого рыбака в контору и выплатите ему деньги. Сэр? Сэр?
Попробуйте пиво. Очень вкусное. Вы ведь любите холодное. Сэр, я слышал, как Рави сегодня разговаривал. Вы, должно быть, очень расстроены. Я, конечно, всего лишь ваш слуга. Шестерка, так сказать. И то мне было очень неприятно. Ну что поделаешь? Он ведь теперь хозяин, наследник, внук хозяйки. Наследник. Отец Рави Арун был наследником Камладеви. А жил он как? Не позавидуешь, так что быть наследником — это еще не все. Да-да. Это вы очень верно подметили. И вот что меня удивляет, сэр. Если Камладеви так жестоко поступила с сыном, откуда же теперь такое отношение к внуку? Ему было всего 7 лет, когда Арун и его жена погибли в автомобильной катастрофе. И Камладеви взяла на себя заботу о ребенке. Он учился в колледже, жил в общежитии. А теперь она решила поселить его у себя. Она хочет сделать из него того, кого ей не удалось сделать из своего сына. Ты еще увидишь, однажды все это будет моим. Сын ничего не получил, и внук тоже ничего не получит. Что такое? Я боюсь. Ну пойдем, пожалуйста. Пойдем же. Нет, я не хочу. Ну пойдем. Пойдем. Нет. Ну, пожалуйста, прошу тебя. Нет, я не хочу. Ну, пойдем же. Выходите, накатались, поди. Следующие. Меня зовут Рави, а тебя как зовут? Пойдем скорей, я очень проголодалась. Да что с тобой? ये तो बता तेरा नाम
आए वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए तूने दीवाना दिल को बनाया इस दिल पर इल्जाम क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या Мона! 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 Что тут делаешь? Эй, уж не стащить ли что-нибудь собрался из моей комнаты? Да я на рынок собрался. За покупками. Ну, вот и... Зашел узнать, может, и тебе что-нибудь надо? Ничего мне не надо. Ничего? Ну, ладно. Раджа, я тут материю купила. Так мне пуговицы надо большие, синие. Ладно, я принесу. Синие, большие. Хорошо. Хорошо, что мы друзья. У тебя вот так запросто можно попросить. И ты сделаешь для меня то, что я прошу. Сделаю. Пуговицы-то купить? Да ты только скажи, я и жизнь свою тебе отдам. Ах, вот что. Ну ладно, давай. Попробуем. Давай. Давай, давай. Туда? Прыгать? Раджа!
Поехали! Я все куплю для тебя! Ты хочешь сказать, что цены на рынке надо постепенно снижать? Да. Мы будем терпеть убытки. Мадам, эти убытки для нас не страшны. Но рыбаки вконец разорятся. Ведь они покупали лодки, сети и снасти, заняв денег у ростовщика, или взяли все это в аренду. И если цены на рынке резко упадут, они не смогут расплатиться, всего лишатся, разорятся и станут безработными. И мы полностью установим контроль над рынком. Все будет наше. Хорошо. Начинай снижать цены на рынке. Это все проделки компании. Они снижают цены на рыбу. Замолчите! Я знаю. А зачем они это делают? Чтобы нас разорить. Вот поэтому они и устанавливают такие низкие цены. И чего же нам молчать? Кричать и шуметь, так мы ничего не добьемся. Надо всем успокоиться и действовать сообща. И прежде всего мы должны обдумать... А чего тут долго думать? Действовать надо! Хорошо. Что ты предлагаешь? Есть способ поджечь их корабли и все их склады. Есть такой способ. Отличная идея. И мы с голода умрем. А так разве не умрем? Да он прав, другого выхода нет. Ну, смотрите. Раджа, оставь их. Хорошо. Хорошо, пусть будет так, как он говорит. Чего-нибудь покрепче. Извините, бар закрыт. Закрыт. Но здесь все же пьют. Да, пьют. Но бар уже закрылся, только что. Подождите, господин. Налей-ка ему. Дядюшка. И еще стакан такой же. Сколько? 5 рупий. Спасибо. Это тебе. Подожди. А ну-ка, дядюшка, еще 2. Вы большой господин, а мы люди маленькие, простые рыбаки. Но и мы тоже не лыком сшиты. Можем и угостить.
Может, еще? Дядюшка, еще два стакана. А как вас зовут, господин? Я не господин, а зовут меня Рави. А ты Раджа. Дядя, послушай, Рави, мой гость, принеси-ка еще бутылку. Раджа, ты не знаешь, но эта компания твой враг. Вот, больше не дам. Почему? Вы и так уже хорошо выпили. Дядя, ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты что думаешь, мы пьяны? Мы что, напились, по-твоему? Нет. Мы трезвы. Подумаешь. Всего-то пару бутылок и выпили-то. Что тут такого? Может, подурачимся, ребята? Давай, повеселимся. चलो अब झूम के मस्ती में ये गाओ रे, आओ रे।
नशा कोई नहीं प्यार ले जाए जहां जाऊं वहीं ओ प्यार तुझको मिलेगा यार यहीं चलो अब घूम के गलियों में ये गाओ रे आओ रे Господин, господин! Что стряслось, Мадулал? Сэр, я принес очень важные новости. Очень важные, господин. Вы просто не поверите, какие важные! Да ну. И какие же у тебя новости? Господин, вчера вечером Рави вместе с рыбаками напился в деревне, плясал, веселился. Отлично. Вот теперь вы можете пойти к мадам и все ей рассказать. С Рави будет покончено, а ваша карьера пойдет вверх. Но уже больше не думайте, что я дурак. Нет, теперь я просто уверен, что ты полный идиот. Неужели ты думаешь, что я прямо сейчас пойду к мадам и все ей расскажу? Нет уж. Если Рави пошел по плохой дорожке, пусть себе идет. Я расскажу мадам только, когда буду уверен, что Рави уже ничего не поможет. Это... Моя мама. Чели? Пойдем. Пошли. Сколько тебе лет было, когда твоя мама... 12. Тебе повезло. Ты на 5 лет больше меня была вместе с ней. Моя мама погибла, когда мне было 7. И отец тоже. Моя мать была из бедной семьи. Она встретила отца, они полюбили друг друга и поженились. Но моя бабушка была так рассержена на отца, что больше не захотела его видеть. Никогда. Вот такая моя история. Рави, твои родители были прекрасные люди.
Они любили друг друга. Зачем же вспоминать о них с грустью? Не надо. Я вспоминаю, потому что история повторяется. Ты так ничего и не сказала, Мона. Как? Что сказать? То, что чувствуешь? Того, что чувствуешь, недостаточно. В жизни много всего. И правд много. Правда и то, что мы принадлежим разным мирам. Но не так уж далеки друг от друга эти миры, чтобы мы не смогли преодолеть расстояние их разделяющее. Рави, ты ведь меня совсем не знаешь. Да. Я многого о тебе не знаю, но я хочу узнать. Я все хочу знать о тебе. Все мелочи, все-все. Не хочу, чтобы мы сидели рядом. И ты мне рассказывала о себе и обо всем. А я буду слушать и любоваться тобой. И пусть так пройдет вся наша жизнь. Нет, Рави. Я бедная девушка. Не рассказывай мне такие сказки. По-настоящему это я, бедняк Мона. Меня никто не любит. Может, и ты не любишь, если ты мне откажешь. Я уеду отсюда. Конечно, как-нибудь я проживу, но клянусь, Мона, я всегда буду думать только о тебе. Но разве это жизнь вдали от тебя? Разве это жизнь? Пол, 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 пол
Куда ты так внимательно смотришь? Лодкой любуюсь. А что, вчера не приходил? Где был? Вчера? Мне здесь так нравится. Море, небо. Люди хорошие. Я здесь часто вспоминаю о матери. Смотри, как легко несется эта лодочка по волнам, будто желание нежно плывет в глубине человеческой души. Как ты замечательно сказал! Ну, ты же у нас человек образованный. Я вот болтаю всякую ерунду, а то, что на сердце, высказать не могу. А есть что высказать? В каком же сердце нет сокровенных мыслей и желаний? Значит, есть. Есть-то есть. Но как об этом сказать? Научи меня. Научу. А ты научи меня управлять лодкой. Лодкой? А что тут сложного? Прямо сейчас и научу. Греби вот так. Делай, как я. Правильно. Уже получается. Молодец. Хороший ученик. Что-то не очень хорошо выходит. Да ты научишься обязательно. А я вот боюсь, не смогу, как ты, говорить о делах сердечных. Объясни мне, что нужно сказать и кому сказать. Ладно. Значит, скажешь? Я-то все сделаю, как ты скажешь. Но кому рассказать? Назови хоть. Назвать? Да, конечно. Хорошо, друг. Значит, сказать. Да говори ты в конце концов, а то все повторяешь. Скажу, скажу. Раджа? Пей, пей. Как хорошо, что вы зашли, мисс Джозеф. Спасибо вам. Почему? Ну, потому что мы как раз о вас говорили. Это Рави, мой друг. Здравствуйте. Я вот решил ему свой дом показать. А это что такое? Это... Да это стакан какой-то валяется. Ты бы гостя угостил как следует, обедом накормил. А то что вы так сидите? А я как раз собирался. Ну уж, конечно. Ты посиди пока, Рави. Я сейчас хоть чаю принесу. Зачем беспокоиться? Тетушка, я уже собрался уходить. А вы посидите, отдохните. Кажется, я все поняла. Вы тут сидите вдвоем, вам есть о чем поговорить, ведь вы же друзья. А тут пришла старуха и вам помешала. Нет, вовсе нет. Тетушка, Раджа рассказал мне, с какой любовью вы его растили. Я ему даже позавидовал. Будь у меня такой близкий человек, может быть, вся жизнь моя пошла бы по-другому. Никому не дам свою дорогую мисс Джозеф. Отпусти. Ты друг моего Раджи? Да. Значит, мне ты как сын. Посмотри, наш дом хоть и невелик, но сердце большое. Приходи к нам почаще. Он придет. Обязательно. Вот и замечательно. Ну, а сейчас мне пора идти. Не уходи, посиди еще. Спасибо. Все нормально. Мисс Джозеф, я никогда не думал, что богатые люди могут быть такими хорошими. Почему же это? Разве их не Бог создал? Очень хороший юноша. Конечно, хороший. А друг-то он чей? Возьмите карри из баранины. Извините. Чаю принеси, не могу дождаться. Сейчас все получите.
Вот, пожалуйста, вам мясной фарш. Чаю неси, час могу дождаться. Вам омлет? Уже несу. Говорите, что вам? Послушай. Говорите. Тарелочку свободного времени. Да-да, одну тарелочку. Мона! Иду. Свободного времени не осталось. Вчера закончилось. Подожди. Мона, чаю. Чашечку нежных взглядов и две ложечки ласковых слов. Осталось? Сэр, вам лучше уйти. Вот ваш заказ. И ваш, пожалуйста. А мне немножечко любви. Ну что ты тут делаешь? Ты мешаешь мне работать. Уходи. Не хочу. Уходи, пожалуйста. Не хочу, не хочу, не хочу. Пожалуйста. Скажи, когда мы встретимся? Завтра в 5. На ярмарке. Хорошо, на ярмарке в 5. Пока. Гляди-ка, как привыкаешь. Вот вчера ты не приходил, и день какой-то пустой был. Вчера никак не мог. Мы с Моной на ярмарку ходили. Знаешь, вообще-то вся жизнь как ярмарка. Встречаешь человека, а потом теряешь его в толпе. Ну, ее руку я никогда из своей не выпущу. Я не дам ей исчезнуть. А бабушке ты уже сказал? Нет, ну, обязательно скажу. Об этом я не беспокоюсь, но вот с отцом Моны надо поговорить. Просто не знаю, что я ему скажу. Наверное, буду ужасно волноваться. Ну так попроси кого-нибудь поговорить. Кого? Кто и тебя знает, и с ним знаком. Я знаю только Раджу. Да, конечно, Раджа. Спасибо, отец, спасибо. Прямо сейчас, сегодня и пойду поговорю. Сегодня же. Поехал. Раджа? Да что вы такое несете? Краску купила, на, возьми. Ты же хотел дом красить. Понравится? Еще принесу. Держи. Краска. Это здорово. Но она же красная, как кровь. Люди решат, что я дом кровью покрасил. Кровью покрасил дом. Мона. Раджа. Мне очень плохо. Отец, что с тобой? Что с тобой, Раджа? Мне совсем плохо, Мона. Их было 4, а я 1. Но за тебя я готов и жизнь отдать. За меня? Да, Мона. За тебя. Мона. За твоим домом спрятались 4 негодяя. 4 негодяя? Да. И что ж ты сделал? Я приготовился сражаться. Тут они меня и заметили. И стали меня бить. О, боже мой. И что же дальше? Ну, началась драка. Я же сказал, один удар, другой.
Они били меня кулаками, а я их ногой. И тогда они достали ножи. 4 ножа? 1 ударил меня ножом. Раджа, а ты не шутишь? Раджа, 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 мисс Джозеф, Раджа, Раджа, помогите, пожалуйста. Что это с ним? Пожалуйста, помогите. Видишь ли, детка, он вымазался красной краской. Вот и все, что осталось. Вымазался красной краской? Да вот была баночка красной краски подходящей. Зачем ты это сделал? Посмотри, на что похожа твоя одежда. Я знаю, зачем. Сейчас я вам все объясню. Но сперва я тебе покажу. Вот тебе, вот тебе. Не надо. Постой. Остановись. Рави, постой. Остановись. Рави, спаси меня! Спаси меня, Рави! Что случилось? Рассказывай, что там у вас было? Ничего особенного. Мисс Джозеф купила банку красной краски. Я сразу подумал, совсем как кровь. И вымазался весь. Мона чуть сознание не потеряла, когда меня увидела в таком виде. Я разыграл ее. Я тоже испугался, когда тебя увидел. Вообще, ты опасный человек. Да, я такой. Сегодня вот не знаю почему, с утра говорю неправду. Ты хотел рассказать, что у тебя на душе. Говори, прямо сейчас. Хорошо. Рассказать, что на душе? Говори в конце концов. Мне тоже надо тебе кое-что важное сказать. Ну так слушай, я люблю одну девушку, очень люблю, безумно. И это сущая правда. Кто эта девушка? Эта девушка очень-очень хорошая, я на ней женюсь. Это хорошо, но... Кто эта девушка? Как ее зовут? Как зовут? Да. Ее зовут Мона. 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 Эй, дядюшка, скажи там, чтобы заказ несли поскорее. Тони, отнеси, уже готово. Мона. Чего тебе? Ты что делаешь? Футбол играю. Гол забила? Еще нет, но сейчас забью. Столько работы, и отец сегодня как назло помочь не может. Все одно и приходится делать. А тут еще ты. Почему одной? А я на что? Как мило. Что бы я без тебя делала? Вот этого я не знаю. Но если пойдешь сегодня со мной на вечеринку, не пожалеешь, будет здорово. Пойдем, а? Ход 10 рупий. Танцы? Да упаду. Танцев мне и здесь с самого утра хватает. Мона, ну когда же наконец будет готово? Мне на работу пора. Можно подумать, я тут прохлаждаюсь. Кручусь, как белка в колесе. Я же одна. Давай, помогу. Разлей кофе по стаканам. Тони, заказ отнеси. Отнеси. Мона, выпить налей. Мона! Мона! Уже наливаю.
Мона. Мона. Что еще? Не суетись ты так. Успеется. Да как мне вырваться? Еще и билет надо взять. Об этом не беспокойся, я возьму. Я подумал, надо бы и Рави пригласить. Ну так, как? Хорошо, после 7. И отец к этому времени подойдет. Договорились, в 7. Послушай, Рави... Я приглашу. Ну, что ты тут делаешь? Сколько девушек, хороших, симпатичных. Почему не танцуешь? Не хочется что-то. Боже, а я так устала. Раджа меня совсем измотал. Он танцует, будто у него крылья. Просто летает. Да-да. Да. Только вряд ли кто-нибудь еще выдержит такой танец. Мы с ним так здорово танцевали, а ты даже не посмотрел. Но почему? Я посмотрел немного. А потом вас кто-то загородил. А где Раджа? Убежал куда-то. Когда танец закончился, оставил меня одну. Совсем сумасшедший стал. Мона. А почему ты не выходишь за него замуж? Потому что. Ну ладно. Ты хоть пьешь что-нибудь? Да потом выпью. Но ты на мой вопрос не ответила. Рави. Мы с Раджой с детства знаем друг друга. Мы вместе росли. И говорит он об этом или нет? Я уверена, он хочет жениться на мне, но только когда встанет на ноги. А сейчас что он может мне предложить? Что он может сделать сейчас? Ты тоже думаешь, что ему до тех пор жениться не стоит? Нет, я так не думаю. Но ведь Раджу не переубедить, если он так решил. Кто ему объяснит, если встретил девушку, которая нравится, не надо заставлять ее ждать. Да, так не годится. Совсем никуда не годится. Но что поделаешь? Так происходит, хоть так быть и не должно. Что не должно? Да там вечеринка в разгаре, а вы тут вдвоем на террасе прохлаждаетесь. Ну-ка давай, Рави, идем в зал. А ты, Мона, поплясала и хватит? Послушай, я только что... То уже было. Идем-ка танцевать. Мои туфли. Рави. Рави. Пойдем с нами.
Дядюшка, Раджа очень порядочный, трудолюбивый человек. Я уверен, что он сможет заработать и встать на ноги. Он все вам вернет. В любом случае, я за него отвечаю. Ну что ж, об этом не беспокойся. Я слишком многим обязан твоему отцу. Я вас только об одном хочу еще попросить. Не говорите Радже, что я был у вас, и вообще, что мы с вами знакомы. А то он может подумать, что я повлиял на ваше решение. Хорошо. Пусть он считает, что я о нем слышал много хорошего и просто решил вложить деньги в его бизнес. Ведь ты этого хочешь? Да. Ну, хорошо. Раз этот парень твой друг, надо, чтобы у него дела пошли хорошо. А если у него будет лодка своя, он сможет прилично зарабатывать. Дядюшка, знаете, ведь на самом деле эти лодки нужны ему не для того, чтобы побольше зарабатывать. Нет, есть у него одна заветная цель в жизни. И, быть может, благодаря этим лодкам он сможет ее достичь. Кришна! Да, господин? Отнеси это письмо в деревню дочери мистера Да Сильва. Хорошо. Отец. Где ты пропадал, сынок? Я каждый день приходил сюда, чтобы тебя встретить. Я уезжаю сегодня. Куда уезжаешь? Куда-нибудь далеко. Пока не знаю. А о Моне ты подумал? Нельзя ее оставлять. О ком же я еще могу думать, как не о ней? Я, правда, очень много думал, а у нее и без меня есть все в жизни. Меня не будет, ну и что ж. Одна волна, еще не океан. Одна дождинка, еще не дождь. А как же ты? А что я? Я сберегу навсегда память о ней. Еще я обязательно хотел повидаться с вами, отец, до своего отъезда. Все. Мона, это даже не мое решение, так распорядилась жизнь. Мне придется уехать. Но я не смогу взять тебя с собой. Я буду молиться о тебе. И где бы я ни был, всегда буду помнить тебя. Твое прекрасное лицо будет всегда стоять у меня перед глазами. Твой взгляд, твоя улыбка останутся со мной навсегда. Я должен ехать. Прощай. Твой Рави.
Нет, Мона, нет. Это неправильно. Что с тобой, Рави? Я не в силах тебя удержать. Но хотя бы спросить я могу? Почему ты уезжаешь? В чем моя вина? Не надо ничего спрашивать, Мона. Ты ни в чем не виновата, но я не могу отнять тебя у другого. О ком ты говоришь? Я говорю о Радже. О Радже? Он тебя очень-очень любит. И ты... Раджа меня любит. И я тоже. О чем ты говоришь, Рави? О чем ты говоришь? Мона, Раджа сам мне все рассказал. Что? Да. Если даже Раджа и вправду так думает, это не так. Я сама скажу Радже. Рави, я люблю тебя. Только тебя. Ты, конечно, можешь уехать, оставить меня. Но я не смогу жить без тебя, Рави. Я буду ждать тебя. И никогда никого больше не смогу полюбить. Не уезжай, Рави. Не уезжай. Да что с тобой такое? У меня даже голова закружилась. Ура, 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 ура. Что же такое все-таки произошло? Извините, извините, мисс Джозеф. А произошло то, что и должно было произойти. Я был на берегу, старую сеть чинил. И вдруг подъезжает шикарная машина, останавливается около меня... И из нее выходит господин в дорогом костюме. Какой еще господин? Очень богатый, известный господин Шукла. Шукла. И говорит, я слышал, ты лучший рыбак в деревне. Это же не я, люди ему сказали. Так вот, дело в том, что он готов вложить деньги в мой бизнес. Столько денег, что я смогу купить не одну, а 4 или даже 5 лодок. Новую сеть, все снаряжение и начну работать самостоятельно. Ты это придумал? Нет, чистая правда. Ты правду говоришь? Правду? Просто не верится. Да я и сам не сразу поверил, что моя мечта осуществилась. Но получилось же. Мистер Шукла... пригласил меня через 4 дня в свой офис. Вы помните, мисс Джозеф? Что? Я же вам говорил. Придет день, и вы увидите Раджу в своей собственной лодке. Я помню все, что ты говорил. Но ты еще одну важную вещь тогда сказал. Ты-то помнишь, о чем я? Конечно. Помню. Теперь я скажу Моне. А, собственно, что я ей скажу? Я ждал этого дня, и он наступил. Теперь я могу обеспечить тебе достойную жизнь, Мона. И еще я скажу... Хорошо, все это я скажу. А что же ответит Мона? Что она скажет мне в ответ? Моя Мона. Мне откуда знать? Иди к ней и спроси. Точно! И дурак же я. Сейчас приведу себя в порядок и пойду. Пожелай
Мне удачи. Храни тебя, Господь. Храни меня, Господь. Пудру хоть сотри. Раджа, вставай. Уже очень поздно. Мисс Джозеф? Когда я вчера пошел к Моне, меня по дороге дружки перехватили. Ты, говорят, стал большим человеком. Давай-ка нас угости. Ну, в общем, все собрались. И Доли, и Джаган, и Дэнни, и Шанкар. В общем, все ребята собрались. Пришлось, конечно, угостить как следует. Ну и сам перебрал на радостях. Вот и все дела. Голова болит. Но ничего. Раджа, вчера ты был почти без сознания и рассказал мне все, что произошло. Мисс Джозеф, я помню тот день, когда много лет тому назад
корабль, на котором были все мои родные, затонул. Мое сердце разрывалось от горя и печали. И тогда только вы подошли ко мне и приласкали. И сегодня так же. Сегодня опять затонуло все, что мне дорого. И опять остался один. Но почему же со мной все так происходит, мисс Джозеф? Почему со мной? Не плачь, дорогой. Раджа. Я хочу тебе кое-что сказать. Говори. Раджа. Я бы не хотела это говорить. Но если не скажу, будет еще хуже. Раджа, дело не в том, что ты мне не нравишься. Ты очень хороший. Мы друзья с детства. Ты очень мне дорог, и я всегда знала, что могу на тебя опереться. Мы всегда будем друзьями. Я ничего другого не могу себе представить. Но когда ты сказал... Когда ты сказал, Рави, что любишь меня, он меня оставил. И когда мы встретились, чтобы поговорить, он все равно не захотел встать у тебя на пути. И повторил, что должен уехать. Раджа, я так не хочу доставлять тебе печаль. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Но что же мне делать? Солгать? Ведь правда в том, что я люблю Рави. Раджа. Это возможно, чтобы ты меня простил. Что такое? Почему ты смеешься? Возможно ли, чтобы ты меня простил? Да в чем дело? Я и собирался как раз рассказать, в чем. Но раз уж ты стала плакать и все такое, скажу прямо сейчас. Ты полная идиотка, дура, сумасшедшая. У тебя мозги есть? Где твои мозги? Где они? Это ты о чем? Да о том, что ты полагаешь.
Если ты сама мне ничего не рассказала о себе и Рави, то я ничего не знаю, да? Да я что, слепой? Ну вот я и решил. Ладно. Если эти двое мне ничего не говорят, хорошо, тогда я сам им скажу. Им такое устрою. Так вот, начал я с Рави. И этот дурачок сразу же во все поверил. Я-то опасался. Ты все поймешь, если он тебе расскажет. Ну и ты оказалась полной глупышкой. Вот так-то. Вы оба попались. Ты шутишь? Шутишь? Ты шутишь? Сама говорила, мы друзья с детства, вместе росли. И стоило мне чуточку пошутить, тут же расплакалась. Разве можно так шутить, Раджа? А почему бы и нет? Ну, я тебе покажу. Осторожно, Мона. Будешь знать, как шутить. Мона! Да что я такого сделал, Мона? Мона, пощади! Все равно я тебя догоню. Догоню, посмотришь? Спасите, помогите, эта девушка шуток не понимает. Лгун бессовестный. Мона, Мона, оставь меня в покое. Что я ты делаешь? Я тебе покажу. Бессовестный лгун. Бессовестный. Эх ты. Ну? Что же мне еще тебе сказать? Что мне тебе еще сказать? А вот что. Значит так, это не значит, что ты сразу же побежишь к Рави и все ему расскажешь. Пусть он немного помучается. Он и так ужасно переживает. Ну, пусть еще минут пять поволнуется. Нет. Ну, тогда хоть две минуты. Ладно. Но не надо его долго мучить. Я чего-то не понимаю. Мона, ты говорила... Сейчас все объясню. Дело в том, Рави, что тебе придется забыть Мону навсегда. Понимаешь, мы с Моной всегда вместе. Мы неразлучны, так что... Мона, лучше ты им объясни. У тебя лучше получится. Мона, объясни ему. Про нас. Рави? Рави. Он правда говорит, что я... Что я... Что вы смеетесь? Да ты даже немножко подыграть не можешь. Но он так глупо выглядит. Ты только погляди-ка на него. Что тут происходит? Рави, он нас разыграл, посмеялся над нами, понимаешь? Нет, Мона, он не шутил. Он говорил совершенно серьезно. Давай спросим у него самого, Раджа. Мона, он так проникновенно говорил. Ты просто не знаешь этого хулигана. Он мастер на розыгрыши. Он всех нас обвел вокруг пальца. Видишь, Рави, я как раз сегодня сам собирался вам все рассказать. Это шутка. Ты помнишь, как мы в тот день
приехали на пляж, и я сказал, что сегодня с утра говорю только неправду. Говорил я так или нет? Ты помнишь об этом? Говорил я или нет? Да, говорил. Ну вот, после этого я все это тебе и рассказал. Не понял еще, что ли? Ну ты даешь. Ты и вправду опасный человек. Ты хоть знаешь, как мы оба переживали? Как ты мог? Что, понервничали немножко, моральные проблемы замучили? Да, такое случается с настоящими друзьями. И я об этом же говорю, за дружбу и пострадать можно. Ну вот. Ты же просто пошутил, да? Ну что? Вдоволь посмеялись? Я так прямо до слез насмеялся. Ну ладно, хватит. Вот что я хочу сказать. Я всем сердцем молюсь, чтобы вы двое были счастливы. Я знаю, она очень любит тебя, Рави. Будь с нею всегда ласков. Раджа, обещаю. Я всегда буду с Моной. И с тобой тоже. Вот, обручальное кольцо моей матери. А ты у нас как свидетель, Раджа. Я хочу перед тобой подарить Муне это кольцо. Муна, это кольцо, мое признание в любви и обещание любить тебя всегда. Да? Надолго запомнится этот день. Да уж, запомнится. Отметить бы надо, отпраздновать. Это он нас мучил. Мы так страдали из-за него. Теперь пусть он и устроит вечеринку. Ему в наказание. Ну, если в наказание, то хорошо. Вы оба пока тут оставайтесь, а я пойду. Куда? К вечеринке надо подготовиться, все организовать. Сегодня у меня дома. Рави, нас, конечно, опечалила его шутка. Но какой же он замечательный друг. Правда? मेरे यार है बस वही प्यार है
Вчера у Раджи дома было замечательно. Так весело. А сегодня я слышал, мисс Джозеф и Раджа уезжают в Гоа. Да. Там живет сестра мисс Джозеф. А этот Рави. Я его почти не знаю. Но кажется, он хороший парень. Папа. Ты хочешь что-то спросить? Так спрашивай. А что мне спрашивать? Хорошо. Ты не хочешь задавать вопросы, но я отвечу. Папа, мы с Рави любим друг друга и хотим пожениться. Доченька, ты рассуждаешь как ребенок. Ты когда-нибудь задумывалась, кто он и кто ты? У него совсем другое положение, другая жизнь. А мы бедняки. Маленькие людишки. Нет, отец.
Люди не делятся только на бедных и богатых, больших и маленьких. И Рави так не думает, и я тоже. И еще я хотела тебе сказать... Говори. У Рави нет денег. Это меня не заботит, доченька. Кто нравится тебе, тот и для меня хорош. Папа. Единственное, чего я хочу, доченька, чтобы тебе не пришлось страдать. Камладеви о вас знает? Как раз сегодня Рави хочет меня с ней познакомить. Викрам, ты что, хочешь сказать, что мой Рави связался с какой-то простой девчонкой, которая работает в кафе? Нет, я не могу поверить. Этого не может быть. Идем, идем. Выглядишь ты прекрасно. Подожди, Рави. Здравствуйте, господин. А где мадам? Уехала в Панар. Как уехала? Когда? Да только что в 4 часа сказала, вернется завтра утром. Да? Ну ладно. Раз так, пойдем отсюда. Пойдем, ну чего так спешить? Решми, сегодня у Слука выходной. Мадам, позвонил Решми Синг. Вы же не хотели мне верить. Но теперь убедитесь сами. Вы за 50 миль от дома в Панагархе. А Рави тем временем отпустил всех слуг и остался дома наедине с этой девчонкой. Поразвлечься решил. Вызови немедленно машину. Я хочу сейчас же вернуться. Слушаюсь, мадам. Мона! Мона! Мона, стой! Я люблю тебя, Мона! Oh, no.
जो दिल में मचलते हैं तन यूं ही चलते पिघलते हैं Бабушка, это Мона. Мы недавно приехали, но тебя не оказалось дома, и мы вот тут. Где ты живешь? Я живу. Да здесь, рядом, в деревне. Уже поздно. Проводи ее домой. Поздно-то поздно, но я хотел... Хорошо. Я как-нибудь ее еще раз приглашу. Да, как-нибудь в другой раз. Пошли. Бабушка? Как только вы скажете, я приведу Мону с вами познакомиться. Это совершенно излишне. Я ее видела, слышала о ней от тебя. Мне больше незачем с ней встречаться. Это совершенно не нужно. Бабушка, но только один раз вы виделись. Лучше скажи ее отцу, чтобы он зашел ко мне. Ты же этого хотел. Ну так пусть приходит. Завтра утром. Да? В 10:30. Дочка, ты думаешь, мне надо туда пойти? Мне сердце подсказывает. Это совсем другие люди. Папа, ну что нам до этого? Ведь там Рави. Ну и все. Иди. Тебе надо там быть в 10:30. Okay, хорошо. Okay. Доброе утро. Я это... Ты отец этой девушки. Рави, как тебе кажется, они сейчас разговаривают? Что это значит? Разговаривают или нет? Конечно, разговаривают. А ты что молчишь? Скажи что-нибудь. Я думаю о том, как недавно увидел тебя впервые вот здесь, на берегу. Помнишь? Ты выходил из океана. А сейчас решается вопрос о нашей свадьбе. Избить его и прогнать. Отпустите меня! Зря вы кичитесь своим богатством, да? Мы люди бедные, ну и что такого? А что такого? Пустите! Пустите меня! Пустите! Ну что, я пойду? Пойду, пожалуй. Погоди, Рави. Отец, наверное, уже вернулся. Дорогу! Дорогу! Дайте пройти! Дорогу! Отец!
Папа! Папочка! Что стряслось? Что произошло? Папа! Камла Дэви приказала избить беднягу, выгнать. Он даже на ногах не стоит, так его избили. Бабушка! Как вы могли? Что вы себе позволяете? У вас есть хоть какое-нибудь уважение к людям? Я и представить себе не мог, что вы так опозорите этого достойного человека. Прикажете его жестоко избить и прогнать. А что ты так волнуешься, дорогой? Опозорить можно того, у кого есть честь и достоинство. А по-вашему, честь и достоинство присущи только тем, у кого есть деньги? Но запомните, то, что вы сделали, это подло и низко. Я даже не знаю, как это назвать. Слов нет. Он получил то, что заслужил. Он даже не умеет вежливо разговаривать. Я ему кое-что сказала, так он стал мне возражать. И в таком грубом тоне? Наверняка вы сказали ему что-нибудь оскорбительное. Я лишь сказала ему правду о его дочери. Но эти людишки совершенно не могут себя сдерживать, не умеют себя вести. Он стал кричать. Тут прибежали слуги. И у ваших слуг хватило смелости? Мои слуги едят мой хлеб и служат мне. И они не потерпят, если кто-то повышает на меня голос. Вам придется извиниться перед мистером Де Сильва и Моной. Ты слишком возбужден, Рави. Так со мной никто не позволяет себе разговаривать. Я никогда не слышала подобных слов в свой адрес. Ну, тогда выслушайте еще раз то, что вы когда-то уже слышали от своего сына. Я ухожу из вашего дома. Вот тебе мой совет. Выбрось эту глупую девчонку из своего сердца. Может, с Аруном я и ошиблась, отпустив его на все четыре стороны, когда он ушел из этого дома. Я забыла его и не пыталась ничего предпринять, чтобы его вернуть. Но если ты уйдешь, я не повторю свои ошибки. Я уверена, что эта девушка недостойна тебя. И где бы ты ни был, я вас не оставлю. Я не дам ей испортить твою жизнь. Знаете, бабушка, и до вас бывали люди, столь уверенные в своей непогрешимости, что мнили себя божеством. Но они ошибались, как сейчас ошибаетесь и вы. Да, может, вы и божество, но только среди своих людей в этом доме, из которого я навсегда ухожу. Это куда же вы идете, господин? Я пришел повидаться с мистером Де Сильва. Все никак не успокоишься. Мало тебе, да? Мы знаем, кто и за что его избил. Дайте же мне пройти. Прошу. Еще раз здесь появишься, я на куске тебя порву. Ты что думаешь, честь наших девушек некому защитить? Убирайся, покажи. Послушайте, я не виноват в том, что произошло. Рави! Мона! Рави! Остановитесь же! Не трогайте его! Не бейте! Он ни в чем не виноват. Вставай! Пошли отсюда! А ты иди в дом! Пошли, я сказал! Мона! Рави! Мона! Мона! Рави! Отпустите его!
Отпустите! Нет! Ну что, мало тебе или еще добавить? Вы неправильно поступаете. Я не виноват. Отпустите моего Рави. Мона! 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 Рави! Мона! 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 Рави! Мона! Мона, я ушел из дома навсегда. Объясни им, они никак не хотят понять, что я с тобой. Рави! Отделать его как следует и вышвырнуть из деревни? Нет, не будьте так жестоки, ради бога. Я вас умоляю, оставьте его, пощадите. Рави? Рави, что с тобой? На все это даю вам 2 дня. Выкупить все закладные и купчие рыбаков этой деревни, у кого бы они ни были. Но если какой-то купец или ставщик не захочет, мы заплатим двойную, тройную цену. Кто откажется от таких денег? Вот твои бумаги, здесь твоя подпись. Бери и иди прочь. Маншарам! Кто тут? Маншарам! Васко! Что тут происходит? И почему здесь полиция? Произошло то, что и должно было произойти. Все рыбаки в деревне остались без лодок. Всего лишили. Но я не отдам свою лодку! Тебя тоже вызывали. Что? Господин, но я не могу отдать лодку. Как же заработать на жизнь без лодки? Ну вы тоже скажите. Дай-ка мне его бумаги. Вот, возьми. Как твое имя? Сурхия. Это твоя подпись? Да, моя, господин. Послушай, Сурхия, ты взял деньги в долг у Лал Юдриса и целых 4 месяца не выплачивал даже проценты. Здесь ясно сказано, что он может взять за долги твою лодку, когда пожелает. Но это дело мое и Лала. Мы сами решим его. А при чем здесь вы? Лал передал все бумаги Камли Деви и продает ей лодку, которую ты считаешь своей. Продает? Это мы еще посмотрим. Кто посмеет взять мою лодку? И не вздумай бунтовать, у нас здесь все по закону. Не то в полицейский участок угодишь, если не угомонишься. Эй, объясните-ка ему. Я же сказал, что ничем не могу вам помочь. Но, господин, что же делать рыбаку, если у него нет лодки? Тонуть? В пучине? Решение принимаю не я, госпожа Камла Деви. А встретиться нам с ней можно? Нет. Но если дочь Де Сильва Мона к ней придет, может, она к ней прислушается. Что произошло? Почему вы все сюда пришли? Мона. Нет, я тебя не приглашала. Тебя прислали жители деревни. Они знают, что вся деревня у меня под каблуком. Я всех могу уничтожить в мгновение ока. Но зачем вам это? Почему вы их так ненавидите? Потому что ты тоже из этой деревни. Я? Но я... Я люблю Рави. Так отомстите мне. Причем же здесь все остальные? Они ни в чем не виноваты.
Значит, ты им сочувствуешь. Если ты хочешь спасти их от голодной смерти, то поклянись немедленно, что прекратишь все отношения с Рави. Подождите, не говорите так. Послушайте меня. Я не дам тебе разрушить все мои планы. Вы жизнь мою разрушаете. И вам все равно. А ты подумала о том, что губишь всю деревню? Но что? Что же мне делать? Я даю тебе 7 дней. За это время ты должна выйти замуж. Что? Да, но, конечно, не за Рави. Когда Рави будет уверен, что ты для него потеряна навсегда... Это невозможно. Я не могу так поступить. Но если нет, учти, через 7 дней все жители деревни останутся без жилья и без работы. И отвечать за это будешь ты, а не я. Так что выбирай. Не поступайте так жестоко. Жальтесь, ради бога. Я согласна, я не буду с Рави. Но я не могу выйти замуж за другого. Не могу. Жальтесь надо мной. Прошу вас. Я вижу, тебе не было смысла сюда приходить. Помни, не выйдешь замуж через 7 дней, мне все будет известно, и жителям деревни тоже. Если ты мне откажешь, я уеду. Как-нибудь проживу. Но каждое мгновение я буду думать только о тебе. Разве можно назвать жизнью пустое существование без тебя? Если через 7 дней этого не произойдет, все жители деревни останутся без жилья и без работы. И виновата будешь ты одна, не я, а ты. Нет. Такого быть не может. Я не верю. Очень грустно, сынок, но это правда. Через несколько дней Мона выходит замуж. Замуж? За кого, отец? Вот этого я не могу узнать. Деревенские только одно мне сказали. На свадьбе настояла твоя бабушка. Я согласен, бабушка. Совсем согласен. Я буду жить, как вы хотите. Вы не захотите, и я не буду видеться с Моной. Моя жизнь полностью у вас в руках. Я... Прошу прощения у вас. Вернись домой, и я возвращу тебе все. Нет, нет, что вы, бабушка, не надо мне ничего возвращать. Я пришел только сказать вам, моя жизнь у вас в руках, но не моя смерть. Да-да. Я готов.
готов примириться с тем, что Мона выйдет замуж. Но это будет последний день моей жизни. И если моя жизнь в ваших руках, то в день свадьбы Моны ваши руки окажутся пустыми, бабушка. Вы победили, бабушка. Но я не побежден. Как дела? Как жизнь? Все в порядке? Эй, Раджа! Тебя Де Сильва зовет! О ком же еще, кроме тебя, мог я подумать, Раджа? Вы знаете друг друга с детства. Я ведь всегда хотел. Но теперь тебе решать, Раджа. Чего ты хочешь? Хорошо. Я готов жениться. Раджа вернулся. Он может тебе помочь. Я пойду, поговорю с ним. Объясню. Нет, нет, не надо, отец, я сам пойду. Ну что он может сделать, отец? Придумает что-нибудь. Он же все-таки твой друг. Раджа. Папа сказал, что ты хочешь поговорить. Давай-ка я пройду в дом. А ты садись. Нет. Мона, я хотел от тебя самой услышать, что ты готова выйти за меня. Это правда? Это правда? Ты верно думаешь, что мечта о свадьбе с Рави была лишь как прекрасный сон, а теперь в твоем сердце нет места для него? Да? И ты считаешь, что, выйдя за меня, будешь всю жизнь счастлива, так? Ну как же ты можешь быть счастлива со мной, Мона, если даже не считаешь меня своим другом? Раджа, если бы ты считала меня другом, то не пыталась бы сейчас скрыть от меня свое горе и печаль. Я все знаю. И я не дам тебе пропасть. Ты неправильно понял. Выслушай меня, Раджа. Я и сама хотела с тобой поговорить. Посмотри на меня. Нет, ты в глаза посмотри. И скажи, что ты совсем не любишь Рави. Ну скажи, скажи, что сможешь жить без него. Быть без него счастливой, скажи. Что вовсе не думаешь о нем. Сядь. Послушай, Мона, а ты подумала о Рави? Он ведь тебе отдал все, пошел против всех ради тебя. А ты так быстро сдаешься. Если бы ты знал, Раджа, чем мне угрожают, если я не выйду замуж, Камладеви уничтожит всю деревню. Неужели ты думаешь, что, разрушив свою жизнь, ты спасешь деревню, а не оставят рыбаков в покое? Наивная. Уж если они решили уничтожить деревню, то не сегодня, так завтра добьются своего, несмотря на твою жертву.
Но ничего, мы еще поборемся. Мы еще поборемся. Послушай, только ты ни в коем случае не должна губить свою жизнь. А обо всем остальном я позабочусь. Ну, а теперь вытри слезы и слушай меня внимательно. Сегодня вечером я отведу тебя к Рави. И вы вместе куда-нибудь далеко отсюда уедете. Кто сможет вам помешать? Ну-ка, пойдем. И ни о чем не беспокойся, все будет хорошо. Раджа. Я думала, божества бывают только в сказках. Мона. Не каждого человека и человеком-то назовешь, но кому-то приходится становиться и божеством. Иди. Иди. Это все так, все верно. Дружба и все прочее. Но я не дам тебе играть своей жизнью. Я знаю, мисс Джозеф, вы за меня всей душой переживаете. Потому так и говорите. Ну разве будь Рави на моем месте, он не так же бы поступил, а? Так же. Когда я рассказал ему о своей любви, он сделал еще... больше, чем я сейчас делаю. А что может быть больше, Раджа? Разве я не знаю, как ты любишь ее всю жизнь? А эти двое приняли все за шутку и успокоились. Как же они не понимают? Но почему бы и вам не считать это шуткой, мисс Джозеф? Это ты мне говоришь? А ты сам-то сможешь ее забыть? Нет, я не смогу. Я люблю Мону и буду любить ее всегда. Такая любовь не проходит, но она не может жить без Рави, без его любви. Так что же мне делать? Вот поэтому сегодня я и соединю их навеки. Я должен это сделать. Вы ни о чем не беспокойтесь, мадам. Рави сам придет просить у вас прощения. Нет, он не придет. В нем течет кровь Аруна. Он готов отдать жизнь за свою любовь, за эту девушку. Готов покончить с собой. Он не придет. Однажды я уже потеряла сына. Но сейчас... я не могу потерять внука. Иди и скажи ему, я на все согласна. Ты слышишь? Он победил. Но мой господин, это так неожиданно. Заткнись, откуда мне было знать, что старуха так себя поведет. Она внука любит больше всего на свете. Да уж как любит, просто фантастика. Это вовсе не значит, что я дам ей разрушить свои планы, и мои надежды обратятся в прах. Все богатство Камладеви по праву должны быть моими, только моими, Мадулал. Все решится прямо сегодня. Вечером. Мы еще посмотрим, кто на коне. Ты же не навсегда уезжаешь. Ты же приедешь вместе с Рави с нами повидаться. Приедешь ведь.
Только бы никто не увидел, как ты убегаешь из деревни. Пошли скорее. Дело в том, что я как раз сегодня очень спешу, и вы тоже... Стойте, стойте. Мона, беги! Раджа! Мона, беги скорее, крови! Мне надо было уехать. Ладно, что делать? Но ведь лучше поздно, чем никогда. Подумай, Рави. Отец, если это Раджа, меня нет. Я уехал. Где Рави? А вы кто такие? Не смей задавать вопросы, старик, твое дело отвечать, когда мы спрашиваем, где Рави? В чем дело? Что вам надо? Отец! Викрам? Да, это я, Рави, что? Удивлен. Вовсе нет, я знал, что ты дурной человек, но что подлец и злодей к тому же. Не подозревал, Викрам. Мне наплевать, как ты меня называешь, подлецом или негодяем. Главное то, что все имущество Камлы Деви, все ее богатства по праву должны принадлежать мне, только мне. Но эта упрямая старуха решила все отдать тебе. А вот этого я не потерплю. Ты встал на моем пути, и я тебя уничтожу! Нет! Рави! Рави! Мона! Он хочет тебя убить! Какой же ты везунчик, Рави! Даже твое последнее желание исполнилось. Перед смертью ты еще раз увидел свою возлюбленную. Теперь ты можешь спокойно умереть. Что вы делаете? Почему вы так его ненавидите? Зачем вы хотите его убить? Пожалуйста, не делайте этого. Я вас умоляю. Мона! Какая трогательная сцена. Вы знаете, даже мое сердце растаяло, видя такую любовь. Хорошо. Я его не убью.
Твоя бабушка думает, Рави, что ты готов ради этой девушки на самоубийство. Так сильно ты ее любишь. Так что, ты и вправду готов? Ну так, давай, подойди. Подними с земли пистолет, приставь к виску и стреляй. Иначе я убью ее. Нет. Раджа, с тобой все в порядке? Пошли. Раджа, а где Рави? Вот он. Вам нельзя здесь задерживаться. Вам надо поскорее отсюда уйти, пока еще кто-нибудь не появился. А что будет с тобой? Не думай ни о чем. Рави, вы оба должны уехать отсюда как можно скорее. Да. Я уезжаю. Но только один. Рави. Я приходил сегодня к твоему дому, Раджа. И слышал весь разговор с мисс Джозеф. Раджа. О чем ты говорил с мисс Джозеф? О чем говорил? Да ни о чем. Главное, вы любите друг друга, вот и все. Есть и еще кое-что. И если я сейчас об этом не скажу, будет нечестно, Мона. Раджа любит тебя. Любит давно и, может быть, даже сильнее, чем я. Нет, Мона, это ложь, это неправда. Сущая правда, Мона, сущая правда. Мона, мы так упивались своим счастьем, что даже не замечали грусти в его глазах. Мы смеялись, и он хохотал вместе с нами. Он так умело скрывал свои настоящие чувства, чтобы нам не мешать. Ты его жизнь, Мона. С тобой связаны все его планы и надежды. Быть с тобой — единственное, чего он хочет в жизни. Да нет, Мона. Мона, объясни ему, все не так. Я для тебя никто. Где ты, а где я? Я никогда и подумать не мог, что ты... А если... Когда и подумал... Ну так и что ж теперь? Да ну, ерунда какая-то. Да ведь если ребенку Луну... С неба захочется. Она же к нему с неба-то не свалится.
Раджа, я никогда не встречала такого прекрасного человека, как ты, клянусь. Ты столько сделал для меня. А я... Я только принесла тебе горе и печаль. Почему же так? Почему так получается? Да ведь... Да я же и не сделал ничего такого особенного. Я делал только то, что подсказывало мне сердце. И ты тоже слушай свое сердце. Уезжай с Рави и начни новую жизнь. Уезжай быстрее. Какую новую жизнь мы можем начать? Мона, теперь, когда нам все стало известно, а ты сама сможешь забыть Раджу, его любовь? Сможешь, говори, сможешь, говори. Нет. Да что с вами происходит? Сейчас, когда вы наконец-то можете осуществить свою мечту, вы мучаете друг друга. Зачем? Пойдем. Нет. Послушайте меня. Сама жизнь приняла решение, которое мы никак не могли найти. Нет, Раджа, нет. С тобой ничего не случится, Раджа. Все будет в порядке. Раджа? Мисс Джозеф, подойди сюда. Мисс Джозеф. Что с тобой, Раджа? Ничего, мисс Джозеф. Если человек исполнил свое предназначение, то и смерть не страшна. Не говори так, сынок. Не говори. Мисс Джозеф. Только объясните им всем, чтобы они этих двоих не разлучали. Потому что эти двое очень любят друг друга. Они должны быть вместе.
русский язык фильм озвучен в студии «Формат АВ».